Особое мнение на 101 FM. На 101 FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, и у меня в гостях сегодня главный редактор «Вятской особой газеты» Николай Голиков. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем добрый день, всем приятного аппетита. Да, это мой первый эфир в новом году, и в необычный для меня день вторник. Скажу, что завтра также буду работать я. Но без меня. Но без вас, да. Завтра у меня будет в гостях Михаил Курашин. Это был краткий анонс, а сейчас переходим, к событиям года уже наступившего. Начать я хочу, собственно, с Сергея Солодовникова, который еще в прошлом году стал таким основным ньюсмейкером года, что называется. И вот теперь Сергей Солодовников нам в новом году принес новую новость. Он пообещал закрыть все рюмочные в Кирове. В минувшую пятницу он отчитался об итогах 2012-го и пообещал выйти к правительству с предложением о закрытии всех питейных заведений, закусочных и рюмочных, расположенных в жилом секторе. Сейчас будет цитата. «Либо закрыть, либо перепрофилировать. Пусть открывают там молочницы, шоколадницы или кафе-мороженое». Вот как вам, Николай, такая инициатива? Вы знаете, есть такое стихотворение у одного ирландского поэта, я, как ни странно, помню наизусть. Называется оно «Волынка». И вот эти четыре строчки, они немножко подходят к тому, что происходит у нас в сфере оборота алкоголя. Там примерно так это звучит. «Все ни к чему, моя малышка, все ни к чему, мой светик. День за днем наживаем мозоли, а деньги уносит ветер. Барометр падает час от часу, падает год от году. Поди, разбей проклятый барометр, не исправишь погоду». Так вот, все эти меры по сокращению торговли, по сокращению числа рюмочных, это, в общем-то, происходит некое разбиение барометра, какое-то исправление показателей этого барометра. Но это все на такой степени лежит на поверхности, на таком большом расстоянии от той проблемы, которую они пытаются решить, то есть проблема алкоголизации населения, что как бы я не стал связывать закрытие рюмочных и, например, снижение алкоголизации населения. Если это необходимо для повышения общественного порядка, ради бога, рюмочные могут быть закрыты. Я ничего против этого не имею, я не их клиент и не собираюсь, так сказать, им быть в ближайшем обозримом будущем. Но если мы все-таки говорим о том, что это делается не просто для того, чтобы меньше на поверхности плавало вот этой вот пьяной пены, а для того, чтобы этой пены действительно стало меньше, то это, конечно, паллиатив, полумера. А что надо сделать, чтобы ее действительно стало меньше? Чтобы ее действительно стало меньше, надо гораздо больше приложить усилий, гораздо больше, как показывает опыт стран, которые уже проходили это. Ведь та же Америка проходила и сухой закон. Проходила. Она отказалась от него. Очень многие страны проходили очень сильное ограничение на продажу алкоголя. Та же Финляндия. Помните, как в свое время финны ездили к нам в Россию, напивались до бесчувствия, возвращались обратно. Это была обратная сторона вот того, что не видели Финляндии, но что на самом деле происходило. Алкоголизация финнов от этого ниже не стала. Они отказались и от этого, потому что они поняли, что для того, чтобы вот эту привычку, это ведь болезнь, кстати, не только привычка, как мы называем, вредная, это еще и болезнь к тому же. И болезнь нельзя запретить. Болезнь нужно лечить. А лечение в данном случае это очень дорогостоящее и очень, что самое плохое, мне кажется, для наших руководителей, это очень долгосрочная должна быть программа, которая не может дать эффекта сегодня или через год, или через три. Эта программа на десятилетие должна быть рассчитана. Ну, а как лечить-то? Ну, вы знаете, опять же, я тут изъять ничего не изобрету. Совсем алкоголь? Дело в том, что я уже сказал, это проходили, изымали алкоголь. В той же Америке пьянство меньше не стало в сухом законе, как мы знаем, по тем же американским фильмам. Пьянство стало больше, пьянство стало хуже, оно стало криминальное, неконтролируемое и опасное, как происходит сейчас у нас. У нас же опять растет число смертей от отравления алкоголем. По итогам 2012 года мы опять впереди планеты всей. Мы вышли, кстати, уже по смертям, по числу смертей на 100 тысяч населения, на третье место в России. Были еще недавно на пятом. По итогам 2012 года. По итогам 2012 года. Поэтому как бы это все имеет оборотную сторону. Запретами это не решить. Нельзя запретить человеку болеть, я еще раз повторю. Надо его лечить. А это очень долгосрочная программа. И вот как раз та часть, которая относится вот к такому вот к лечебному, что ли, эффекту, да, то есть она у нас практически не реализуется. В том числе та же пропаганда, та же реклама. Воспитательная работа, которая должна начинаться с уровня там, детских садов и школ. Ведь кто-то же правильно заметил, что то поколение, которое сейчас активно работает, да, грубо говоря, 40-летних, там, 50-летних, его уже не исправить. То есть речь надо вести о будущих поколениях россиян, о будущих поколениях кировчан, о тех, кому сегодня 3, 7, может быть, 11, 12, они уже пробуют это дело и продолжают. Тем более запретный плод сладок. А вот смотрите, какая штука. Когда мы говорим о закрытии закусочных, рюмочных и так далее, мы ведь не только говорим о том, что в этом месте перестанет продаваться алкоголь, а это еще
так скажем, ударит по малым предпринимателям. Все равно согласитесь, пусть их может быть немного, но они тоже работают. Может быть, просто алкоголь оттуда изъять? Закрывать-то зачем? Нет. Ну, во-первых, и Сергей Солодовников не требует закрытия. Он же говорит, пусть перепрофилируются там молочницы, шоколадницы и так далее. Но вы же понимаете, что такое перепрофилировать бизнес. Нет. Дело в том, что я понимаю, что такое перепрофилировать бизнес. Но дело в том, что вот это, опять же, получится часть более общей проблемы. Вот смотрите, вспомним те же киоски, да? Вспомним тот же запрет, который вступил с этого года на торговлю тем же спиртным в магазинах площадью менее, по-моему, 50 квадратных метров, если я не ошибаюсь. Могу путать цифры. Дело в том, что вот эти вот меры, они как бы... Вот мы уже говорили о том, что они как бы официально считаются, что направлены на снижение доступности алкоголя. Вот если взять обычную ситуацию, я вышел из дома, пошел купить себе бутылку водки, да, подхожу к маленькому магазинчику, в котором всегда ее раньше покупал, там ее нет, потому что запрещено торговать. Ну что вы думаете, я вернусь домой, я не пойду за водкой? Конечно, я пойду, пройду три квартала, зайду в супермаркет, где ее можно продавать. Подумаю еще так головой, куплю не одну, куплю три, чтобы лишний раз не ходить. Вернусь домой. То есть как ни вертите, доступность алкоголя от таких мер не понижается. Да? Он остается доступен. То есть если он где-то в городе есть, значит, он уже доступен. Легально. Вот. Поэтому речь здесь идет как раз вот во всех этих мерах, в том числе сюда попадает и закрывающаяся рюмочная, это тоже закрытие предприятий малого бизнеса в основном. Речь идет, в общем-то, о ликвидации малого бизнеса в торговле, именно о вытеснении малого бизнеса из этой выгодной сферы, из торговли. То есть эта сфера, на нее положили глаз крупные сети, и они совершенно не собираются делиться даже копейками прибыли с малыми предпринимателями. Тем более речь идет не о копейках, потому что очень много киосков, очень много маленьких магазинов. Как вы тоже сказали, есть сколько-то в этих рюмочных полосе достаточное количество. Если в сумме все сложить, то уже речь пойдет о сотнях миллионов рублей. Кто же так просто вам отдаст? А вот повод, кстати, тем более есть. Борьба с алкоголизмом. Кстати, про продажу алкоголя. Я недавно вернулась из Арабских Эмиратов, где алкоголь, в принципе, не продается, нигде не купить. Ну, может быть, в барах только, на дискотеках, но там он очень дорогой. За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения там уголовная ответственность. Если ты где-то, не дай бог, будешь гулять, тебя сразу же заберут. Ну, не забывайте, что это страна мусульманская. Ну, да. А мусульманство, вот как религия, ислам, он, в принципе, изначально предусматривает запрет на алкоголь. Ну, я пример привела просто. В отличие, скажем, от христианства, которое даже причащают, по-моему, вином у нас, да, причащают вином, поэтому как бы здесь немножко две большие разницы в культуре этих стран. Там да, это было так изначально, там люди к этому привычны. Но опять же, прекрасно зная тех людей из этих стран, которые иногда приезжают в наши края отдохнуть, они, в общем-то, с удовольствием нарушают запреты пророка. А вот, кстати, этот же Сергей Солодовников рапортовал о снижении количества ДТП, и вот, как он сказал, это снижение составило 44%. Он это связывает как раз с усилением борьбы с пьянством, в том числе с пьянством на дорогах. Вот как вы думаете, имеет место быть эта взаимосвязь? Нет, дело в том, что пьяный за рулем преступник, мы с вами об этом много это раз уже говорили, да, это да. По определению, поэтому здесь как бы спорить с Сергеем Солодовниковым бессмысленно, потому что он совершенно прав, бороться с пьянством за рулем необходимо. Необходимо всеми доступными способами, поэтому в любом случае понятно, что человек, который сел, выпивший за руль, он становится источником опасности для всех окружающих, в том числе он наверняка станет участником ДТП. Либо сам пострадает, либо кого-то в это дело вовлечет, рано или поздно. Как показывает практика, вот особенно 90-х годов, когда очень многие ездили пьяные за рулем, да, то есть человек мог там 5 раз пройти мимо там опасности, на 6-й раз он обязательно куда-нибудь попадал, и, не дай бог, это кончалось человеческими жертвами. Поэтому я совершенно в данном случае согласен, бороться с пьянством за рулем необходимо всеми доступными способами. Я очень рад, что у Солодовникова это получается. Вот, кстати, вы, наверное, видели публикации в некоторых СМИ, так скажем, в стиле компромата, там, порочащие Сергея Солодовникова, о его связях с криминалом на прошлом месте службы и так далее, и так далее. Вот с чем вы связываете появление таких статей? Вы знаете, такие статьи рано или поздно появляются по отношению к любому человеку, который становится более-менее заметной фигурой. Я не знаю в Кирове никого из более-менее заметных, опять-таки, фигур, на кого, порывшись в интернете, нельзя найти аналогичную статью. Здесь, скорее, надо говорить не о том, что эта статья появилась в интернете. Она, в общем-то, появилась себе и появилась, лежала и не привлекала особого внимания, может быть, до лучших времен. Дело в том, что здесь произошло какое событие. То есть эта статья появилась с некоторым комментарием на сайте газеты «Вятский наблюдатель». Так ведь было дело, да? И в итоге эта публикация стоила места Сергею Бочинину, скажем так. Потому что вы все-таки этого... думаете, что эта публикация стоила места? Ну, я не уверен, что после того, значит, вследствие того. Сергей, в общем, достаточно давно отошел от дел, но, тем не менее, формально он оставался редактором. Судя по тому, как происходило после вот этой вот, после того, как этот текст появился, то, безусловно, последним гвоздиком стала именно вот эта вот публикация. Потому что, сами смотрите, во-первых,
до этого Сергей, все уже прекрасно знали, что он в Кирове не живет. Тем не менее, он руководил совершенно спокойно работой, там занимался сайтом и так далее. Это немедленно прекратилось. Статья была немедленно снята, вместо нее появилась гораздо менее убедительная, чем эта статья, к сожалению, опровержение. Там не помню, кто его подписал. Во-вторых, в город был просто-напросто поставлен, извините за выражение, парламентское раком, потому что началось жесткое выяснение, кто заплатил. У нас же всегда, значит, кто-то заплатил, да? Вы знаете, вот есть такая вот отряд таких людей в Кирове, ну, в советское время их называли там топтунами, там, стукачами и так далее. Они периодически, вот когда возникают какие-то острые ситуации, начинают везде ходить, везде слушать ушами, да? Вот столько этих топтунов, как вот в этот период после 3 дней, буквально после публикации в «Наблюдателе», я в своей редакции не видел. У меня вахты нет, поэтому ко мне заходят все свободно. И вот эти люди вдруг появляются, начинают спрашивать, как жизнь, да давно ли Серегу видел, да что говорит, да не заходили ли к тебе, не предлагали ли и так далее. То есть было задействовано, по-моему, все оперативные возможности для того, чтобы выяснить заказчика вот этой самой публикации. Хотя я, например, уверен, что Сергей Игоревич сделал это на свой страх и риск. И, к сожалению, в данном случае это не плюс генералу и не плюс тем, кто уволил Сергея Игоревича, так новый владелец уже. К сожалению, при этом вот таким образом в Кирове, таким вот скандальным образом в Кирове закончилась целая эра в кировских СМИ. Потому что как не относись к Сергею Бочинину, а для Кирова, для области он сделал за время своей деятельности здесь гораздо больше, чем все, кто сюда приехали. В том числе, чем генерал Солодовников, чем губернатор Белых, и чем все мы вместе взяты, я так считаю. Но если вы считаете, что потеряла там не только газета «Вятский наблюдатель», но и вся кировская журналистика. Ну, понимаете, безусловно, да, потому что поляна зачистилась уже просто до безобразия после этого, да. То есть Сергей ведь он был не просто человек, который имел свое мнение, он был человек, который имел мнение, которому стоило прислушаться, которое стоило почитать и которое помогало дальше развиваться и жить. Сейчас очень мало таких людей остается. А вы с Сергеем после этого случая не общались? Мы с ним вообще мало общались, несмотря на то, что мы с ним считаемся старинными друзьями. Но на самом деле мы знакомы почти 30 лет и были в разных переделках. Но мы с ним мало общаемся, и, честно говоря, у меня не было желания ему позвонить, там, спросить, что и как, потому что, ну, как бы это его уже дело, он уже уехал отсюда. Тем не менее, я считаю, что, к сожалению, это были приняты неадекватные меры по поводу этой публикации. Дело ведь не в том, что там правда, что неправда. Честно говоря, мне это просто неинтересно. Такого рода вещи, я даже если читаю, то я их не откладываю в голове, потому что они делаются для других целей. Не для меня и не для того, чтобы я их запомнил. Вот. Мне интересна вся реакция на такие вещи. Да? Вот опять же, смотрите, вот какая была реакция на эту публикацию? Она совершенно была неадекватная. То есть ведь откровенно ясно, что многие вещи, которые в этой публикации есть, они стопудово не соответствуют действительности. Да? Вот тот же расстрел, извините, коров с вертолета, над которым сам Сергей Александрович Солодовников у нас, да, Сергей Александрович очень да. хорошо посмеялся при своей последней встрече с журналистами, да, он правильно заметил, что в Кирове еще поискать этих коров надо, чтобы их расстрелять, да. То есть, по идее, такой реакции, если эта публикация лживая, быть не должно. Если же такая реакция последовала, я для себя откладываю, значит, все-таки что-то его задело, значит, черт того знает. То же самое произошло, кстати, вот я отвлекусь от темы, с тем же, помните, мы говорили о выступлении Сергея Мамаева в Думе? Да. Все что-то как сказали? Ой, да там в зале никто не слушал, все смеялись, да это все какая ерунда, да, а чем это кончилось? Мы говорим о выступлении Сергея Мамаева, про деятельность Думе. Никиты Белых в Государственной Думе. То есть все сказали, да какая ерунда, никто не обратил внимания, в итоге судебный процесс начинается, хотя я вот тут, наверное, впервые в своей жизни не угадал, я был уверен, что Никита Юрьевич не подаст в суд, он подал в суд. То есть, понимаете, когда возникает, опять же, неадекватная реакция, если вы говорите, что это незначащее событие, так пусть оно будет незначащим, зачем вокруг него поднимать шум? А ежели вы поднимаете шум, значит, что-то в этом есть. И вот очередной такой вот получился минус, как тогда в том случае с Никитой Юрьевичем, так и здесь по отношению к Солодовникову. Надо было поспокойнее к этому относиться, ко всему, с юмором. Ну, вот у нас есть еще одна тема. Не знаю, как получится у людей отнестись к ней с юмором, потому что затрагивает она очень, ну, большое количество населения. С 1 января 2013-го все автоперевозчики обязаны страховать своих пассажиров. Согласно изменениям в федеральном законодательстве, все перевозчики обязаны страховать свою ответственность за каждого пассажира. Для граждан это возможность получить материальную компенсацию за ушибы, за травмы, полученные в общественном транспорте, из-за неаккуратной езды водителей. Вот я знаю, что вы за рулем не ездите. Никогда. Я знаю, что вы много ходите пешком, и вы как раз пассажир того самого общественного транспорта. Да, сейчас я регулярный пассажир вот общественного транспорта. Такая инициатива со страхованием, она актуальна, назрела?
Видите ли, я не могу точно сказать. Дело в том, что ведь это же как бы федеральное было решение это по поводу страхования, да, и вот именно там должно быть оговорено, за счет чего это страхование должно производиться. Либо за счет прибыли перевозчика, либо за счет пассажиров. А вот мы об этом дальше поговорим, но мне интересно ваше мнение именно потому по страхованию. Потому что есть такие вещи, которые, по идее, должны проводиться за счет прибыли, да, вот той организации, которая оказывает услугу. А на самом деле эта организация, безусловно, старается переложить ее на плечи потребителей. Это вторая сторона вопроса. Это особенно часто бывает в жилищно-коммунальном хозяйстве, где очень многие вещи должны делаться за счет ресурсоснабжающих организаций, а они, тем не менее, оплачиваются нами. Но дело в том, что, исходя из этого, я могу только оценить события. Я, к сожалению, не знаю, как там оно прописано в федеральном законе. Ну вот смотрите, автоперевозчики уже просят увеличить цены на проезд до 17-18 рублей. Экономика примерно следующая, как объясняют сами автоперевозчики. Само страхование обернется очень крупными тратами для владельцев городских маршруток. Они вынуждены будут заплатить по 15-20 копеек в год за пассажира, но, соответственно, это надо умножить на пассажиропоток, который у некоторых миллионный. Соответственно, предлагают снова поднять цены на проезд. То есть, ну, по сути, это будет за наш с вами счет сделано. Вот стоимость поездки 17-18 рублей, как вы считаете, это сильно ударит по карману, в том числе, возможно, по-вашему? Это, безусловно, ударит по карману. Не забывайте, в каком регионе мы живем. Здесь любое повышение цен, даже копеечное, очень больно ударит по карману. У нас, если не ошибаюсь, порядка 14% населения живет с доходами ниже прожиточного минимума, и порядка 20% живет с зарплатами ниже прожиточного минимума. Поэтому каждая копейка, вот мы сейчас с вами говорим, конечно, на самом деле для очень многих людей каждая копейка на счету. И увеличение вот этой стоимости проезда, там, условно говоря, с нынешних 15 до 17-18, это будет для многих очень большая статья в бюджете. Тем более, что сразу замечу, что ведь, скорее всего, увеличение будет не до 17 до 18, а, скорее всего, сразу до 20. Так круглее легче считать. А вот смотрите, нужно ли страхование такой ценой? Я понимаю, что это сейчас уже не нам с вами решать, мы уже все равно не повлияем, так как закон федеральный, но тем не менее. Нет, безусловно, страхование нужно, оно необходимо. Мы должны страховать жизнь людей, которых мы сажаем на борт автобуса там, или троллейбуса. Другое дело, что это должно происходить, я так понимаю, все-таки за счет прибыли перевозчика, которая есть у всех наших перевозчиков. И ни в коем случае не перекладываться на... Это мое мнение. Если в федеральном законе записано что-то другое, то оно совершенно бесполезно. Но я так считаю, что это должно производиться именно за счет прибыли перевозчиков и ни в коем случае не влиять на стоимость проезда. Ну, а вот смотрите, да, я очень много помню случаев за свою работу журналистом. Вот примерно подобная история. Там выходила из автобуса, водитель рано тронулся. Я там оттуда выпала, повредила, сломала, растянула. Водитель уехал, и его уже никогда не найти, этого водителя, и не привлечь к ответственности. Если пассажиры будут застрахованы. Вот я не совсем понимаю, как это будет происходить. То есть если водитель знает, что у него все пассажиры застрахованы, он остановит автобус, даст свои паспортные данные пострадавшим. Это будет так же, точно так же происходить, как происходит на железнодорожном транспорте. Там ведь все давным-давно страхуются, каждый раз покупают, оплачивают страховочный взнос, и все происходит именно точно так же, как происходит уже на других видах транспорта, на самолетах, на поездах. То же самое будет происходить на автомобильном транспорте. То есть здесь ничего нового изобретать не надо. Вы будете застрахованы, будете иметь право предъявить претензии к водителю, и страховая компания должна будет их вам возместить. Все так происходит, как везде. Ничего удивительного там нет. Просто ведь мы говорим не о том, как это будет происходить конкретно. То есть формула, она выработается очень быстро. Если вы, извините, выходя из поезда, там поезд тронулся, вы упали, то вы знаете, как себя вести. То же самое будете делать и здесь в случае с автобусом. Что такого удивительного? Зачем вам брать паспортные данные этой машины? Вам достаточно запомнить ее номер. У вас будет билет, где обозначено время рейса и все остальное. Он у вас есть, тем более уже сейчас такие билеты у нас. То есть проблем больших не будет. Точно так же, как с тем же ОСАГО, как всегда думали, как это будет. Да нормально, это все происходит, все люди все получают. Поэтому это-то как раз та часть, которая здесь, скорее всего, будет легко решаться. Меня больше всего волнует, за чей счет это будет все происходить. Ну, я так думаю, скорее всего, за наш с вами, потому что даже бензин дорожает за наш с вами счет, к сожалению. У нас как бы все дорожает, но, как вы верно заметили, к сожалению, все за нас тот же самый счет. И причем всегда находятся обоснования, понимаете? Вот у всех есть обоснования, почему они все повышают. Только вот у людей, у частных лиц, нет почему-то обоснований, да? Почему-то им никто не повышает ни зарплат, не дает возможности ее повысить, так сказать, методом активной работы, не повышает доходов, не повышает соцобеспечения. Вот как будто мы от стоимости всего этого не зависим. Вот это очень интересно. А вот как вы считаете, если говорить про культуру вождения на дорогах, потому что, ну, конечно же, не все водители там ведут себя по-хамски, но, тем не менее, такие есть люди. Повысится ли от этого культура вождения?
Да вряд ли. Дело в том, что на самом деле водитель на самом деле отвечает и сейчас за то, что происходит у него в салоне. То есть он может быть привлечен любым пассажиром, который получит травму к ответственности. Потому что в любом случае, даже если нет или страховки, он может просто в общем гражданском порядке подать в суд и получить компенсацию. Но это же никого не останавливает. Знаете сами, что происходит, да? Знаете, когда даже не то, что там автобусы там в три ряда по улице друг друга обгоняют, даже троллейбусы друг друга обгоняют у нас уже. Я был этого свидетелем, как троллейбус один обгонял другой. Это кошмарное зрелище, это не увидишь ни в каком фантастическом фильме. Не думаю, что это как-то повлияет. Вот, кстати, про нашумевшую историю с третьеклассником Севой Ашихминым, которого якобы кондуктор автобуса попросил оплатить багаж, что он отказался сделать. Вот здесь бы, конечно, пригодилось бы, наверное, страхование, но только в том случае, если бы виноватых нашли, а их не нашли до сих пор. Все это произошло 21 декабря, и вот сейчас есть такие комментарии, что не представляется возможным упросить всех кондукторов автобусов 46-го маршрута. Вот как бы вас не смущает вот эта история? Вы знаете, меня смущает гораздо больше история, которая произошла, дай бог, памяти 2 года уже назад. Помните, когда правительство области приняло постановление, там изменилась немножко категория лиц, имеющих льготы на проезд, и когда кондукторы стали в массовом порядке выкидывать пенсионеров из автобусов. Помните, наверное? А, да, помню такую так историю. Так вот тогда, это было, по-моему, 2 года назад или 1,5 года назад, да? Тогда еще, помнится, один из очень уважаемых наших людей, глава нашей области, сказал, что он в ближайшее время там выяснит, кто виновный, они будут наказаны. Так вот 1,5 года прошло, никто не наказан, не объявлено об этом. А вы говорите про третьеклассника. Кто же его будет искать-то? Господи, здесь сотнями старух выкидывали из автобусов, и до сих пор никто не наказан. О чем мы говорим? Конечно, все это будет замято. Нет, но мы же с вами понимаем, что вообще, на самом деле, наверное, опросить всех кондукторов одного рейса, ну, не так сложно. Если нельзя было опросить 100 сотрудников 3 управлений, которые отвечали за подготовку этого распоряжения, которое было подписано губернатором, там 100 человек, я не помню, я считал, там 121 человек всего работает. То уж, извините, опросить всех кондукторов, это просто немыслимо. Да и никто не будет этим заниматься. А вот как вы думаете, почему так ведут себя и сами автоперевозчики, и власти так себя ведут? Вроде, что сложного? Ну, предъявите вы там этого кондуктора, или дайте его точку зрения, или пусть он скажет, да что все на самом деле было не так. Почему такое ощущение, как будто скрывают? У нас так принято, у нас своих не выдают, понимаете? Ни в сером доме, ни в маленьком сером автобусе своих никто не выдает. У нас круговая порука. Везде и всюду. Ну, так вот, его же судить за это не поведут, этого кондуктора. Кондуктора судить не поведут, но, тем не менее, дисциплинарно должны наказать в любом случае, если он был неправ. Так ведь? Может быть, даже из работы человек потеряет. А это может быть чей-нибудь родственник или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. Понимаете, ну, кому надо все это выносить? Да, господи, да что такого случилось? Да какой третьеклассник? Да все забудется через месяц. И все это забудется на самом деле. Давайте мы вернемся к новостям минувшей недели буквально через минуту, а сейчас реклама. Отличные. Новенькие стулья и кресла и для дома, и для офиса. В вашем стиле. В новом стиле. В новом стиле. Магазин «Новый стиль». Блюхера 39. Торговый комплекс «Мегадом». Телефон 46-21-22. Как зарабатывать на постоянном изменении курсов валют? Как сохранять и приумножать свои сбережения? Как найти успешного трейдера для инвестирования? Мы научим вас вести торговлю на рынке Форекс и выгодно вкладывать свои деньги с помощью уникального сервиса «ПАМ-счет». Запишитесь на бесплатный семинар официального партнера «Аль-Пари» в Кирове по телефону 35-17-63. Интернет-магазин часов Chronox.ru представляет богатый ассортимент часов для настоящих мужчин. Часы в стиле милитари, военные часы, а также элегантные женские часы известных мировых брендов. Подробности по телефону 205524. Сайт Chronox.ru. Более 15 лет НТВ входит в тройку ведущих телеканалов страны. Более 6 лет мы делаем сильнее бизнес многих кировских компаний. Рекламное агентство «Алькасар Вятка». Размещение рекламы на телеканале НТВ. Это не затраты, это инвестиции в ваш бизнес. Телефон рекламного отдела 32 13 12. Ограничение для лиц до 16 лет. The Shakers 20 лет. 16 февраля в Гауди Холл. Рокабилли
Фэмили группа The Shakers празднует свой юбилей. Звездный гость вечеринки, англо-голландский проект Miss Marianne and the Ragtime Wranglers приедет поздравить юбиляров совместным выступлением. Танцы, конкурсы, призы и любимые ритмы от шейкеров. Не пропусти главное рокабилли-пати. 16 февраля. County Hall. Информационные партнеры. Газета «Источник новостей». Радио «Эхо Москвы» в Кирове и газета «Бизнес-новости» в Кирове. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение», торговый дом «Европейский». Все лучшее в одном месте. «Особое мнение» на 101 FM. Мы возвращаемся в студию на 101 FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, и я напомню, у меня в гостях главный редактор «Вятской особой газеты» Николай Голиков. Николай, мы продолжаем. Продолжаем. Вот, хотела я с вами поговорить про хлыновские палаты. Как мы знаем, судебное заседание по иску хлыновских палат к администрации города Кирова не состоялось. Мотивация следующая. Попросили две стороны представить дополнительные доказательства. То есть просто заседание перенесли. А история вот какая. Городская администрация отказалась предоставить хлыновским палатам в аренду земельный участок площадью 32 гектара в Вересниках. Несмотря на то, что инвестор уже вложил в него 60 миллионов рублей. И несмотря на то, что было подписано трехстороннее соглашение, которое городская администрация также подписывала. В одностороннем порядке администрация вышла из трехстороннего соглашения, отменила кадастровый номер земельного участка, передала его в ведение муниципального дворца культуры «Космос». Вот как вы считаете, почему так решили обратно-то отыграть? Ну, я полагаю, что здесь такого однозначного ответа быть не может. Не то, чтобы я очень хорошо владею ситуацией, но, в принципе, я полагаю, что здесь даже и не надо особо владеть ситуацией, чтобы понять, в чем тут ситуация. В чем, собственно говоря, вот эта ситуация, которую не надо владеть, состоит. Дело в том, что проект достаточно старый. Когда мы говорим проектом хлыновские палаты, ведь палаты этих пока еще никто не видел. Есть только некое название, некая легенда. Эта легенда длится уже достаточно долгое время. То есть вот на тот момент, когда подписывалось вот это самое трехстороннее соглашение, да, были определенные заявленные цели, были заявлены определенные какие-то суммы, которые будут истрачены и так далее. То есть была видна некая перспектива. После этого прошло достаточно много времени. Я понимаю, что есть много причин, каких-то форс-мажоров, каких-то прочих вещей, которые мешают людям, например, сделать то, что они хотели. Это понятно все. С нашим-то инвестиционным климатом привлекать сюда инвесторов — это очень сложно. Мы понимаем, да, что найти инвестора — это, во-первых, сложно, во-вторых, долго. Вот. Да, сложно и долго. Во-вторых, все равно должны быть... Вот почему я здесь отчасти разделяю позицию администрации города, что должны быть определенные временные рамки. Есть достаточно большая территория на достаточно лакомом кусочке города. Там вовсю уже вокруг идет застройка, да? Я сейчас недалеко от этого места живу, так сказать. Можно сказать, с высоты своего этажа могу наблюдать. То есть там уже подступает жилищное строительство со всех сторон, и эта территория, она должна уже работать на город. Она не может быть пустой. Она не может быть перспективной, что здесь через 100 лет что-то будет, да? То есть хлыновские палаты должны либо быть, либо здесь должно быть что-то другое. Я понимаю, вот, во-первых, желание, что появляется, как мы, очень много желающих на эту территорию, на ней что-либо сделать. Неважно, что там, торговый центр, спортивную базу, там, неважно, что, что-то сделать. Потому что территория, она уже... А культуре она почти со всех сторон. С другой стороны, я понимаю недоумение городских властей, которые ждут и ничего пока до сих пор не дождались. То есть они не могут защищать этот участок, никому не отдавать, в то время как на нем ничего не происходит. И то есть я опять-таки могу понять и господина Морозова, значит, так сказать, инициатора вот этих вот хлыновских палат. Да, его планы очень интересные были, его планы были очень захватывающие. Ну а как же то, что деньги, например, вложены уже? А вы знаете, любой бизнес — это всегда риск. Всегда у кого-то рано или поздно что-то не получается. В данном случае, вы сейчас, видимо, говорите как чиновник. Я говорю как человек, который сам периодически чем-то рискует. Я, в общем-то, руководитель предприятия, хоть и маленького. И периодически мы тоже несем убытки по какой-либо причине. Потому что любой бизнес — это риск. Иногда этот риск там измеряется тысячами рублей. Но это разные масштабы. Когда-то миллионами, когда-то и миллиардами. То есть это должны все понимать. И если этот проект... он не реализован, и, судя по всему, в ближайшее время реализован не будет, то надо признать, что этот проект неудачный, и траты, которые понесены по нему, надо списать на убытки, что же еще остается делать. То есть здесь, вот с моей точки зрения, совершенно верную позицию, как мне кажется, занимает именно вот господин Драна и городская администрация. То есть этот участок простаивать не должен. Он должен быть чем-то занят, он должен работать для города. Так, хорошо, понятно. Ваша точка зрения, ваше особое мнение. Да уж. Ну, далее, по вашим просьбам, давайте поговорим про рейтинг качества жизни. Люблю цифры. Да, я знаю, что гораздо вы любите больше, чем цифры, людей. И я, кстати, вы любите обратите статистику. Обратите внимание, да, вот я вам принес этот рейтинг. Не знаю, да. Жалко, по радио не видно, достаточно
Мы заметочка сейчас сфотографируем и выложим в Твиттер. Заметочка о нем вышла достаточно маленькая, хотя получила неплохой резонанс. А само по себе исследование достаточно большое, то есть это 50 страниц, заполненных очень так хорошо цифрами и расчетами. Вот. Это рейтинг качества жизни. Как раз я хотел бы обратить внимание на то, что это рейтинг не уровня жизни, к которому привыкли, именно качество жизни. Это уже вторая в России предпринимается попытка рассчитать именно вот этот параметр, который рассчитывается в других странах мира. То есть там не считают уровень жизни как какой-то важный параметр, там считают именно качество жизни как важный параметр. А чем качество жизни отличается от уровня? Это гораздо более широкое понятие, потому что если уровень жизни рассчитывают исходя из доходов, расходов и прочих вот таких простых вещей, да, связанных с минимальными затратами, с нуждами человека, с минимальными, то в понятие качества жизни входят уже и такие более широкие вещи, как здравоохранение, образование, культура, транспортная инфраструктура, обеспеченность дорогами, теми же, даже автозаправками, понимаете, вот всем тем, что, собственно говоря, отличает качественную жизнь от некачественной, удобную жизнь от неудобной, комфортную от некомфортной. Поэтому как бы вот мы сейчас, вот, во-первых, Россия, мне чем нравится, стала наконец-то считать безработицу по европейской системе, по международной, точно так же она наконец-то начинает переходить от расчета уровня жизни к расчету качества жизни. Ну так вот, давайте к цифрам перейдем. Давайте. Группа РИА Новости, которая рассчитала рейтинг качества жизни, сделала вывод, что Вятку тянет вниз недовольство жителей, работы чиновников. А вообще Вятка на 61-м месте в России по уровню качества жизни. Юля, сразу перебью. Во-первых, вывод о том, что Вятку тянет вниз качество жизни, сделала не РИА Новости. Это сделали уже местные наши комментаторы. Ну хорошо, журналисты. Да. А ладно. На самом деле... Принимается. Да-да-да. На самом деле РИА Новости указали это недовольство нашего населения одним, только лишь одним из 11 вот таких главных групп показателей, всего лишь один из 11. А 61-е место нам обеспечили все эти группы вместе взятые. Извините, что я вас перебил. Да, ничего страшного. Давайте вот про методику расчета чуть подробнее. Выделили как раз 11 групп разных показателей. Например, такие, как вы уже говорили, уровень доходов, жилищные условия, обеспеченность социальной инфраструктуры и так далее. В каждой из этих групп выделили определенный коэффициент, а потом рассчитали среднюю. Средняя, причем средняя геометрическая. Да, вот средняя геометрическая. Не каждый даже знает, что это такое. Ну, я надеюсь, что у нас же интеллектуальные слушатели все помнят, а если не помнят, то посмотрят. Так вот, ну, о хорошем сначала или о плохом? Да почему? Здесь все хорошее. Это наша жизнь, здесь все не может ничего плохого быть. Хорошо. Ну вот, больше всего баллов, 52,4, это 12 место по России. Кировская область набрала в группе показателей развития предпринимательской инициативы. В частности, показан высокий вклад малых предприятий в привлечение инвестиций в основной капитал и неплохой оборот малых предприятий на душу населения – 72 тысячи рублей на человека. А самыми низкими баллами, вот как раз, кировчане отметились в группе удовлетворенности населения. Это 21,2 балла, 73 место и демографическая ситуация 18,2 балла. Вот прокомментируйте, пожалуйста, эти цифры. Как вы любите? Ну, на самом деле, понимаете, вот все эти вещи, они взаимосвязаны, да? То есть откуда возникает недовольство населения не потому, что, как написал, по-моему, в каком-то комментарии Кирилл Лебедев, да, у нас чиновник администрации области, что у нас мало солнца, поэтому люди там любят быть недовольными. В Коме еще меньше солнца, как написал ему же кто-то из комментаторов, но там уровень удовлетворенности гораздо выше. И, как написал тот комментатор, возможно, потому что там нет Кирилла Лебедева. Вот почему я хочу сказать. То есть вот это неудовлетворение, это не сам по себе фактор, который обеспечивает низкое качество жизни, а это лишь следствие того, что описывается в других докладах. Вот я кроме вот этого рейтинга принес еще один доклад Министерства регионального развития. Ну, ваш любимый, который публикуется каждый месяц. Каждый месяц это единственный, так сказать, более-менее официальный документ, который указывает нам на то место, которое мы занимаем в России. Так вот, если говорить о том, что наша ситуация финансово-банковская, социально-экономическая оценена Минрегиона по развитию на 78-е место в России, то откуда возьмется удовлетворенное население? Чем оно может быть удовлетворено? Поэтому вот мы и видим уже вот в том рейтинге, который лежит перед вами, да, вот эти вот удивительно низкие цифры удовлетворенности медицинским обслуживанием. Это откройте любую районную газету, волосы дыбом встают, что происходит в наших больницах. Особенно уже если модернизировано. В Омутнинском районе. В Омутнинском районе, в Верхнекамском районе, везде. Пожалуйста, возьмем наше же спортивное сооружение, да, которое мы так гордо шумим. Почему-то народ, понимаете, вот получается так, у нас какой-то народ странный.
Им понастроили сооружений спортивных, а они все недовольны. Он один из самых низких уровней, да, удовлетворенности именно с возможностью заниматься физкультурой и спортом. Потому что ведь у нас же строят огромные здания, да, вот эти вот там спортивные комплексы. Вопрос в том, а кто там работает? А кто им деньги платит, те, кто там работает? Откуда эти деньги берутся? Их же нет. Нет ни сотрудников, нет ни зарплат, нет ничего. Вот. Во-вторых, очень много платных спортивных услуг, которые людям просто не по карману. Дальше там идти, если смотреть, там, и как следствие удовлетворенность деятельностью правительства, да, она у нас, кстати, падает год от года. Вот здесь вот они приводят цифру как бы последнюю. На самом деле, на каждый год у нас удовлетворенность это падает. За три года с 37% 27% на 10% упала. Именно удовлетворенность людей деятельностью правительства. Не потому, что у нас народ брюзгливый, а потому что вот эта деятельность, вот как мы видим по этим вещам, она неудовлетворительная. Поэтому возникает вот это недовольство. В частности, у нас самый низкий показатель по демографической политике, да? То есть мы находимся вообще где-то вот в запредельном низу, по-моему, там, не помню, 79-е место совершенно. Из чего оно берется? Оно берется из двух показателей. 79-е. Оно берется из двух показателей. Уровня смертности, а смертность крайне высока, и миграции населения, которая у нас вообще даже выше, чем уровень естественной убыли. Понимаете, это абсурд. У нас население больше убывает в миграционном, как бы, вот таком порядке, больше уезжает, да, чем вымирает. То есть даже смеются у нас, видимо, поэтому мало умирают, что успевают уехать перед тем, как умерли. До чего мы дошли. То есть, и как на этом фоне может быть население чем-либо удовлетворено. Поэтому как бы я скажу, что вот, к сожалению, этот вот рейтинг качества жизни, я не говорю, что это плохо или хорошо. Вот такова наша область. Он показал на самом деле реальное положение нашей области, вот, людей нашей области, то вот, самоощущение людей нашей области, которые они сейчас имеют, вот, наверное, пятый год уже руководство Никиты Юрьевича Белых, к сожалению. Это 61-е место. Вот раньше я считал МГУ. А вы напрямую это рейтинги связываете с руководством Никиты Юрьевича Белых? А он уже у нас 4 года руководит. С кем это связывать-то? Уже на предшественников уже как-то глупо даже вспоминать. Это было очень давно. 4 года — это срок президента в США. За это время люди там эпохальное преобразование производят в больших странах. А здесь небольшая область. Пятый год. Я думаю, больше уже сразу это связывать не с кем. Ну вот хотя бы за предпринимателей можно порадоваться. Ну опять же, вот смотрите, зачем у нас объявили этот год годом предпринимателя? Боюсь, что через год нам из-за них порадоваться уже не придется. Почему? Как у нас был год человека труда, чем он окончился? Самые низкие, ну не самые, почти самые низкие зарплаты, самый высокий ПФУ уровень безработицы. Там, я уж не помню, там показатели, которые связаны, собственно, с человеком труда. Ну да? Вот предприниматели рюмочные вот, закроют. Вот, а сейчас у нас предпринимателям свернут торговлю, закроют рюмочные, там еще что-нибудь придумают. Поэтому я даже боюсь, когда такие годы объявляют, как бы чего не вышло. Уж лучше бы не трогали их, так все хорошо. И, кстати, опять-таки надо признать, что вот этот вот уровень развития предпринимательства высоко отмечен, он опять-таки связан с деятельностью Никиты Белых. Это ведь мы тоже должны признавать. Потому что именно он обратил внимание, приехав сюда на развитие малого бизнеса, и достаточно много для этого сделал. Поэтому как все, и хорошее, и плохое, все к нему, к Никите Юрьевичу. Спасибо, Николай, вам за ваше особое мнение. У нас с вами уже заканчивается время. Я благодарю вас за эфир. У меня в гостях был главный редактор «Вятской особой газеты» Николай Голиков. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.